В администрации Каспийска прошло собрание антитеррористической комиссии по проведению комплексной тренировки по эвакуации работников в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации. Учения прошли в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов. Ранее у нас было 6 мест массового пребывания людей. В данное время у нас на территории города имеется 4 мест массового пребывания людей. Это пляж, городской парк, городская площадь и здание администрации городского округа города Каспийск. Перед началом учебных тренировок для сотрудников администрации провели подготовительные этапы. Первый – проведение занятия по действиям в случае возникновения пожара. Второй – проверка состояния запасных выходов из здания администрации и средств пожаротушения, а также многое другое. Для полного инструктажа с докладом выступил начальник курса гражданской обороны ЧС города Каспийска Даир Меджидов. Обеспечение антитеррористической защищенности объектов на сегодняшний день остается актуальным. Сегодня у нас с вами запланирована учебная тренировка, комплексная тренировка по эвакуации работников администрации и посетителей из здания, значит, администрации. В случае возникновения ЧС, мы берем ЧС, пожар, землетрясение и обнаружение подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство. Вскоре для работников администрации поступил сигнал об условном возгорании и обнаружении подозрительного предмета. Им было поручено немедленно покинуть помещение и дожидаться следующих указаний снаружи. После эвакуации на территорию администрации прибыли сотрудники МЧС. Отметим, что коллектив незамедлительно отреагировал на все указания и выполнил их согласно поэтапному плану.